Давайте посмотрим, друзья, кто думает вообще о вас сейчас. Посмотрим, думают ли вообще о вас, что думают, кто думает. Итак, смотрите, сейчас достанем карты. Ключ, кубики, метла. Посмотрите, есть какая-то тайна, есть в вашем окружении человек, который, понимаете, как-то с вами играет, манипулирует. Возможно, некоторое время этот человек хотел как бы подобрать к вам ключик. Неважно, женщина, мужчина, вы уже сами догадаетесь. И знаете, как вот, как бы, возможно, даже хотел разорвать отношения как-то. Разорвать отношения. Дальше смотрим. Посмотрите, может, кто-то вам завидовал, что у вас все хорошо удается, получается, что у вас есть стабильность в вашей жизни. Либо это на работе кто-то хотел вам помешать карьеру, да, как бы испачкать вот воду в вашем чистом колодце, но ничего не получится.